Дорогие вангородцы, от себя лично, от администрации Вангорода, я поздравляю вас с наступающим 2021 годом. 2020 год стал годом непростым, но очень важным для нашей страны. Это год 75-летия Великой Победы. К сожалению, все меньше и меньше ветеранов остается с нами в строю. Но, безусловно, мы будем помнить и чтить память о народе-победителе, освободившей нас от фашистской чумы. К сожалению, этот год стал настоящим испытанием для нас, для всех, в связи с коронавирусной инфекцией. Особые слова благодарности нашим медицинским работникам, которые на передовой боролись с невидимым врагом. Я уверен, что 2021 год станет годом насыщенным, интересным и прорывным для нашего города. Мы, безусловно, сможем реализовать все те проекты и те идеи, которые есть у нас. Я желаю всем ивангородцам крепкого здоровья, семейного благополучия, ну а нашему городу процветания. С праздником вас! С Новым годом!